Ничего, просто конфетка внутри. Отлично, очень хорошо. Да, пожалуйста. Потом поговори, а потом я открою. А кто тебе передал ее? Женя. Женя? Да. Какая Женя? Сестричка такая. Открой теперь. Поговори, потом я открою. Открой. Маш, ты Маш, неприлично. Надень трусики. Маш, тебе не понравится эта конфетка. Она горькая. Привет. Как раз вы правильно угадали, что я звонил-то не тебе и не Саше. Через вас хотел выйти.